Охране труда и промышленной безопасности в Кольской ГМК внимание уделяется серьезное. В компании считают, на опасном производстве важна безопасность каждого работника. Как руководство компании, так и профсоюзная организация совместно ведут профилактическую работу. То есть работники, которые работают во вредных и опасных условиях труда, получают ЛПП или молоко, проводится витаминизация в компании. Значит, разрабатывается комплекс мероприятий, направленных на снижение риска получения работниками профессиональных заболеваний и травматизма на производстве. Для того, чтобы снизить производственные риски, в Кольской горно-металлургической стартовал процесс по паспортизации рабочих мест. Иными словами, приведение их в соответствие с требованиями охраны труда и техники безопасности. Внедряются новые средства индивидуальной защиты. Разработан поведенческий аудит безопасности, главная цель которого – осознание работникам важности соблюдения всех установленных правил и норм. Снижаются выплаты по больничным листам, то есть народ меньше болеет, снижаются компенсационные выплаты по профессиональным заболеваниям и несчастным случаям на производстве, увеличивается производительность труда. Значит, получается, что высвобождаются средства, которые можно направить на закуп дополнительных средств индивидуальной защиты и на разработку дополнительных мероприятий по охране труда и промышленной безопасности. Проверки в цехах на предмет соблюдения работниками техники безопасности проходят регулярно. В состав специальных комиссий входят специалисты Управления промышленной безопасности и представители профсоюзов. Значит, из наиболее опытных профсоюзных уполномоченных у нас создана и действует комиссия по охране труда, которая на основе предоставленных документов по расследованию несчастных случаев и профессиональных заболеваний выносит свои заключения о степени вины работника в получении профессиональных заболеваний и получении травм по несчастным случаям. Вот. В заключение я хочу сказать, что как бы ни разрабатывались мероприятия по охране труда и промышленной безопасности, каждый работник должен прежде всего заботиться сам о своей жизни, потому что цена жизни не имеет цены.